Господа, мы с Андрюшкой приехали. Сейчас будем. А куда мы приехали? Ой, что здесь происходит? Старость не рада. И ни одного патруля. Вот как так? Что это у тебя с прибором? У меня с прибором все хорошо. Нет, с вот этим, которым я покажу. У меня с УАЗиком не все хорошо, потому что пороги на УАЗике как раз по мои бубенчики. А что это с прибором? Прибор что-то вообще не реагирует никак. Тормозит. Добрый день. А где дождь, снег, обещали, ветер? Закончился. Да, уже закончился? Здорово. Сказали, как выйдете, так быстро. Так хочется писать. А где... А, нет этого, который по стадионам ездит, да? А где тот, что по стадионам ездит? Я уважаю тебя, Леня, ты высказал ему все как положено. Нашли тогда... мой шакель, нет? Так, а я ж писал. Ты помнишь, как это... Я помню, что ты посмотришь, да. Смотри, ну... я посмотрел, у меня его точно не... Леня, да какие планы? Я радейку не взял. Едем добрый в стайке, а там Андрюха нас встречает. Я радейку не взял, ты представляешь? Ну и все, капец, труба. Я все взял, взял... Да ничего я не брал. А что, Андрюха не брал? А что, будет рубило? Не нет, не брал. Андрюха сказал, зачем? Он говорит, у нас 37-е тапки. Говорит, я в машину залезть не могу в эту, блин. Меня же не хватает. Да, ну. Не, ну вы сравнили. Вот эту Ниву, блин, сравнить с УАЗиком. Так кто будет рубиться? Нива или УАЗик? Нива дает тоже да? О, мой любимый патролище. А, подожди, а у него же 3УЗ стоит, да? Ага, ага. Поэтому, да? Да. А, так это мечта уже, Валера. Не, просто этот патрол, я, о, подожди, я его в бронь ставил. Просто взять и низ выбросить то, что там осталось, и поставить другой мотор. Да? Конечно. А что это? А что это вы так, парни? Привет. Что это? Что это? Попсиховали так. Валера, сам подумай, зачем тебе этот сраный, блин, 2.8, когда можно воткнуть УЗ? И дубасить. А дайте мне ножичек, а? По я пойду по Карпаты сейчас. А, ты не куришь. Я когда последний раз в Карпатах ездил на своей машине? Месяц будешь? Назад? Да или потому когда-то. Что у нас не едет в Карпаты. Блин, ты знаешь, блогера может обидеть каждый. Да, да. Да. Они уязвимы. Да. А, смотрите, мне подарили стадикамчик, фолловеры. Я жду тот момент, когда мне Рубикон подарят. Потому что, сами понимаю, как бы, да, осталось еще снять пару фильмов. Ну, звонил этот с Голливуда, мне уже говорил, там, просил авторские права. А может, не с Голливуда, может, с тюрьмы какой-то, знаешь, сейчас же не поймешь, откуда звонят, с Голливуда или с тюрьмы. А зачем тебе Рубикон?
Так, а Паша будет? Давай серьезно разговаривать, подожди. Давай. Не, не будет. Давай. Паша сегодня сказал, что он будет диванным зрителем. И... давай, ну вот, Рубикон. Во-первых, это красиво. Во-вторых, это дорого. В-третьих, это... А ты длинный или коротыш? А я даже об этом не думал. У меня как бы есть... Не, ну так это же, понимаешь, на задних сидушках некомфортно. Ну смотри, а тут все... Едет дубовый. Не-не, тут все как бы легко решается. Потому что, как говорят, чем больше джип, тем меньше член. А, то вот... так, смотрите, не выдержал, не выдержал. Что ты хочешь сказать? Лёня, смотрите, Лёня начал хвастаться, да? А вот то самый большой лайк... Давайте меряться. Лёня, доставай. Лёня, доставай. Я уже как-то с мужиками в бане мерился. Знаешь, какая херня получается? Ничья, у всех по одному. Наконец-то я в Киеве, и мы ездим, куда-то едем, я не знаю, уже далеко от Киева где-то отъехали. Проехали село Халепия, представляю, почему его назвали Халепия. Мне на секунду надо остановиться, у меня, по-моему, заменил моторчик этих, очистителей, он сильно греется, надо остановиться, поправить. Да, сказал, налево по главной дороге к пляжу, сказал. Так, у нас сегодня экспедиция. Мы выехали в сторону Ржищева. Ну, не экспедиция, покатуха такая. Рыбаки сидят на льду, блин, плюсовая температура. Лодочки. Вот такой глиссерок, яхту, такую парус поставить, да, то есть. Андрюха, ты где? Мы в Ржищеве. Какой Андрюха его интересует? По бровкам. Что Олег по бровкам ездит? Мы шашлык пожарили, тут я вот перед дорогой. Мы на заправку заезжаем, за нами не поворачиваем. Так, это мы уже приехали, да? По стадиону нельзя кататься. Где так вот стадион, пляж, стадион. Ты думаешь? Да не, это же внедорожник. Так вот кто дрифтует по стадионам. Ой-ой-ой, стадикам дуреет здесь, все просто дуреет. Пока терпим. На 300 заправили, говорит. А как вы могли поставить китайские фары на японский внедорожник? А у тебя какие? А где твоя машина? А? Мы через Японию заказывали. Я продал же, машину продал, продал да. Ты пешком или что? Я же, смотри, телефон хочешь продам? Могу почку продать. Что еще надо? Покажи, есть. Хорошая, хорошая почка, есть? Смотри, да. Нет. Есть. Могу не свою почку продать, могу твою продать. Хочешь? Вот это вот мы собрались. А что вам делать нехрен, блин? А что у вас диваны позабирали дома? Продаю диван, недорого. Кому диван? Люди насмотрелись моего видео, блин, продали почку, купили Рубикон. Я видео говорил покупать Рубикон, я видео говорил покупать. Блин, так это шутка была. Самая лучшая машина это Нива. Валера, есть еще чарджер, говорю, так что мы где-то, говорю, похожи. Так я думаю 6,2, наверное, да? Нет, 3,6. А, 3,6. Короче, не еды зовут. Ну не знаю, я знаю одного авторитетного блогера, он говорит, что едет нормально. Может он у вас какой-то задохлый там. На старт, внимание, марш. Мы стартанули. Количество машин 30, да, где-то? Наверное, вообще. Вообще, просто. Я понимаю, 30 машин в одно болото. Это интересно. Но в экспедицию... Ну что, посмотрим, чем отличаются это. Скажите мне, я скажу вам.
поездки под Киевом и в Карпатах. Я, причем это тоже маленькие Карпаты в Киеве, да? То есть горбистая местность. Такие горбы. Но сегодня холодно и погода, конечно, жестяк. Поехали с нами. БМВ в обличии УАЗа. Вчера прошелся дождик такой замечательный. Сегодня дождь со снегом утром был. Здесь вот эта желтая глина, это вот идеально все. Мы едем сегодня, вы не поверите, на чем я сегодня езжу. Андрюха, на какой машине мы едем? На Корче. На какой Корче? Патроловский мост здесь стоит. Мотор после капиталки. Вы помните, как я на него делал мотор на капиталку? Я сделал мотор первый выезд, и не скучно, я его утопил. Зачем делать хороший этот, скажи мне, капиталку, если ты его утопишь? Не берем его. Не берем его. Он все кадры закрывает, ты понимаешь? А руль влево и газ в пол. Это штурман новенький у тебя, да? Да-да-да. Я говорю, руль влево и газ в пол. И все. И мы избавимся наконец-то от этого человека в очках. Да, да, горка основная впереди. Да, да, да. Так. Короче, глина такая, что ходить тяжело, реально. Элька не заехала. Ой-ой-ой-ой-ой. Нива не заехала. Что, заедет? Я думаю, это да. Я думаю, нет. Поехали, поехали, не стой. У-ху, патрол дает коксу. Надо идти за Русланом. Почему? Потому что по траве идти очень тяжело. Тут кто-то обязательно должен свалиться сейчас в левую эту. СТТ! Это шины конкретные, да, у него? Да. Это круче Сильвера, да? Фу, два раза. Да, слабая горка. Да смотри, Toyota едет, не замечая даже. Мады чистить надо. Чуть не прилетело. Плохая идея. Очень плохая. Да? Да. Ты как опытный горный сайгак знаешь, да? Да. Плохая идея. Надо было там и стоять. Просто не понимаешь, человек снимается, у нас в кино. Он все делает правильно, молодец. Мы тут уже к Каневу подъезжаем, нам еще далеко? Я
Можно право. Мады, мады, давайте. Право, право, проверь. Ну что-то газа мало, очень мало газа. Ну смотри, сейчас дальше уже доехал. Смотри, 3 метра. Кузов, один кузов. О, видишь, расчистился и поехал. Давай, давай, газуй. Наваливай, вся резина, наваливай, только наваливай. О. Наваливай, наваливай, наваливай. Все. Навалил, видите? А мне что делать, если я буксую? Тует нива по глине. Здесь уже сорвали как бы такой скользкий слой. Ну, наваливать. Глина только наваливать. Зашла. Так, это патрульчик КАШ-160. Не знаю, что там, 2,8 или 3,3. Вообще, смотрите, ровно, как по рельсам пошел. Просто вот. Ну что там, давайте наверх, а то очередь стоит. Вообще просто, как по рельсам, да, пошел? Вот это патрол. Да, давайте там пооперативнее. Еще один японский автопром с Isuzu. Как там называется? Isuzu Trophy или что-то такое? Так, следующий пошел. Пошел следующий, не ждем. Все выезжают, нормально едет. Там дальше вроде бы Dodge. Isuzu газуй, 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 дорогой. Домой, газуй, газуй, пошел. И крути рулем, просто, крути рулем, просто держи руль, и все. Ну и что ты накрутил? Нету блокировки задней. Просто ровно его держи. Мады. Не помню, какое, по-моему, первая серия Мада. Трава закончилась. Да что, ну? Дай какие-то советы человеку, что ты так стоишь, подбегай. Совет, бросай это дело! Купи диван и будь дома, бухать лучше с друзьями. Я подготовил сейчас трассу машинам, да? Сейчас будет намного. Здесь еще ни один, блин, на Запорожце не заезжал. Никто на Запорожце. Не надо крутить, не крути рулем, пожалуйста. Да. Сама выйдет, знает, если заварить заднюю блоку. Хочешь, рулем, и цепи поставить. Ручки. Помнишь, как слепой на Запорожце ездил на цепях? Тойоты там не ехали, а и патрули не ехали. Машины просто, не надо цепи. Это у вас за заводов, блин. Там есть спецшины, которые даже переплевывают цепи на Запорожье. Дальше прямо. Куда, смотрите, куда американский едет, автопром, доджик, рамчик такой вот, видите? Смотрите. Ну а вы видели, как патрол ровно зашел? Патрол просто зашел ровненько, а додж здесь влево-вправо, блин, влево-вправо. Здесь, наверное, сколько? 3-литровый или 6-литровый мотор? Ну зашел. Легенда. Умеют американцы делать машины? Умеют, да что не подруга. УАЗ пошел на старт. Смотрите, УАЗ нового образца и УАЗ старого образца. Сейчас мы будем видеть, какой УАЗ лучше. Здесь что, 2,7? Или 2,8? Но что-то выбило. Что-то выбило. Но это стандартная опция в УАЗике из завода. Там ставят раздатку с выбивающей понижайкой. А видели, как Toyota Михалыча зашла на холостых? Вообще просто. Почему? Потому что новая китайская резина. Я помню, что пока когда-то по такой херне я на Сан-Йонге ехал, конечно, вот так же, да.
Не, отсюда ты не стартанешь вверх. Давай вниз уже спускайся. Там ничего страшного внизу уже нету. Так и не вниз спуститься не можем. Він буксує, он колеса крутится и не едет. А мы хотели только что проверить, что лучше, новый УАЗ или старый. Извините, дорогие телезрители, мы этого проверить уже не сможем. Чего? Потому что новый УАЗ уже как бы стоит и не едет ни вперед, ни назад. А следующий подъедете, да, вниз его сдернете. А вот это будет сейчас эпичное видео, как дедушка или сын вытаскивает, папа вытаскивает, потому что дедушка это ГАЗ-69. А потом 469-й УАЗ пошел. На холостых бы не заехал. На заднем мосту. Ну говорят, это новая разработка китайских инженеров. Вообще это старая резина, которая выпускалась до Сильверов. Потом начали Сильвера выпускать. Ну, не будем говорить о Сильвере плохо, его уже не выпускают. Здесь как-то надо слаженно работать. Андрюха здесь просто патриотом своим рвет, блин, и мечет. Смотрите, что творит. Он просто вот поднялся по глине, спустился по траве и все. Объеду. Андрюха только сделал капиталку мотора. И честно говоря, я смотрю, что-то он дымит так, как у меня патрол дымит. Не хочу ему даже это говорить, потому что сейчас он сильно мнительный по поводу мотора. Третий уже раз голову делает. То сейчас просто испортится у него настроение. Так, ну красота такая неописуемая. Давайте, мы уже определились, что отец УАЗиков тоже не едет на МАДах. Я не знаю, вам не видно, наверное, в камеру, что МАДы. Ну, блокировок нету, но ему стартануть надо. УАЗ, спускайся вниз и объезжай по левой стороне. Я ехал серый, как Андрюха тонировка ехал. Какой-то класс только что был, мне не понравилось. Так, тут еще один у нас Вранглер. И на УАЗике надо сдавать туда Камтону и оттуда разгоняться только таким образом. У тебя колеса не чистятся, только замыленный сковороз. Так что катись аж в самый низ и будешь ходом ехать. Или газ пол, чтобы резина чистилась. Кто-то по копанному поехал на Чероке черном. Не сбрасывай. Что-то задымило. Вообще просто. Вы видите эту картину? Вот так вот я вам сделаю. Просто жестяк. Будем смотреть. Я говорю, что... А я говорю, что заедет. А я говорю, что заедет. Он на холостых заедет. Ну, ну вот так вот. Заедет. 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 Смотрите. Диаметр колес, Сай. 40-й диаметр и спущенный. Я бы туда закидывал колесо и вообще как по асфальту. Но может перевернуться. Лучше всех заехал. Может перевернуться. Нет, лучше всех заехал... Патрол, патрол и еще. О, это трек-хок или как это называется? Это настоящий? Да какой настоящий? Нет, трек-хок настоящий.
А в Китае, да, сейчас в Китае наклеек продают, знаешь сколько? В каждой машине у этого 3.2 мотора. 3.2, да? Ну так утрылку сзади сейчас посмотришь. Да ты наклеил. Как он пизду сам наклеил? Я тебе говорю, это комплектация. У каждой машины никуда его. Да, но он отличается от этого. Не отпускай газу! Я не понимаю, зачем они это делают? Смотри, на зимней резине, да, заехал? На зиме, блин, то есть зима лучше, чем мады. Ну, зимой. Так, сейчас снимаю на DJI программу, уже попробую, что это за DJI программа. Такая вот Мерседесик. И здесь, между прочим, можно... Просто влетел, блин, вот с таким звуком. Смотрим, что там дальше у нас. Toyota, рули мечтой. А чем классная программа родная, видите, что можно делать такой плавненький зум. Поехали дальше. Так, у нас идет съемки самурайчика. Надо зум сделать, потому что он маленький. Зашел. Самурайчик всегда заходит по скользкому. Он в Карпатах не едет, но здесь он. Так, съемка. Два Вранглера, три Вранглера, вы видите? Ну, старше внимание, марш! Люди смотрели 5 лет мое видео и купили правильную машину. И вот приехали сейчас катнуть, посмотреть на меня. Говорят, это неописуемо, говорит. Мы с 5 лет слышали твой голос по камере, тут мы тебя видим. Давай еще чуть-чуть проезжай. Да, там можно зацепиться за колесо Патриота и заехать дальше. Но... Я стою здесь наверху, мне одному скучно. Я решил спуститься вниз. Единственное, что здесь глина, а я вообще в чистом, в чистом, в чистом. Вот вообще в самом, Что есть самые чистые вещи, кроме обуви, я одел сегодня. Даже одел праздничные трусы и носки. Потому что на 37-х Трепадорах я что-то думал, где мы застрянем. Да, просто тупо приехал отдохнуть. Не рубиться, ничего. Просто, чтобы не лежать дома на диване, отдохнуть. Так, что у нас? Ага. Вот так вот. Я не знаю, что с Патриотом происходит. Ну, реально, он ни вверх, ни назад. Или уже что-то поломалось? Ну как, по глине вниз нельзя стащить машину. Такого не бывает. Андрюха, тренировка, возьмите шиши зерники, Валик. Она вообще тяжелее и легче будет зерни, чем. Едет по 5 сантиметров на лебеде. Реально, где Андрей стоит, тут можно справа от меня реально отъехать. Леня, твой, конечно, твой самурай просто лучший, блин. Ну, кроме Тойоты. Тойота была вообще офигенская. Там еще зеленый патрол был классный, но твоя лучше всех. Да ладно. Да ты вот это мне лезть. Лезть! Плавиться от этого безобразия. Да, да. Так на 2 дня потом. На 3. На 3 дня. И это еще не конец, подожди. А как я закинул, что, блин, прокладку пробило головой от сварки, а? Покорю, как мне вот куда-то надо. Ну, просто его ровненько держать. И крутишь рулем, я не знаю, как у тебя виражи. 90 градусов направо, 90 градусов налево. Михалыч, Михалыч, бля, уважуха просто капец. У меня сегодня будет секс с девочкой, можешь вам помочь? Вправо, влево, может я что-то не то делаю, знаешь?
Шучу, конечно, я сам справлюсь. Валера, да. Сказал, значит. Лёня, оставайся. А ты можешь этому человеку сказать продать УАЗ и купить нормальную машину? Nissan Patrol у меня. Задорого. Едет, едет. Да не, ну... Заедет, все. Давай, пойдет. Контент давай. Смотрите, реально я ввел пальцем УАЗик, и у меня просто... Я ставлю спидикам, смотри, пока, какой класс. Давайте толкнем. Увидит? Нет, сейчас что он. И газ в пол! Газ в пол до осечки! Тра-та-та-та! Заднюю включи, едь на заднюю, без тормозов. Заднюю включи, убери ногу тормоза, не газуй, просто едь на заднюю. Просто на заднюю без тормозов. Смотри, видишь, ничего не делал, он сам крутится. Он прям наводится туда? Ну вот я навел на УАЗик, видишь, он его споймал. Вот это техника. Я тебе говорю, но только родная программа. А давайте кого-то впустим. А давайте кого-то впустим, чтобы другая машина разрыла УАЗику немножко, чтобы ему было легче. Давайте, вон Шишига пускай проедет. Или пусть где Андрюха едет на траву, выскакивай УАЗик и погнали. Да, 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 кстати. Попробуй выехать. Да, давайте его на траву. Пробуй задом на траву, зацепись одной стороной и поехал. Руль не крути, ты сильно выкрутил руль, ты не выезжаешь, ровно его Там еще есть Нивы на стоковой резине. Подожди, там есть Шишига на стоковой резине. Шишига, а понятно, назад. Этот УАЗик, там есть Нива на полулысой резине. Представляешь? Да, Нива выедет. Это ты так говоришь, потому что у тебя была Нива? Да. Так, Андрюха. О! Андрюха, ты там не шути. Ух ты, бля! Андрюха, вылазь! Все! Эй, не надо там. О, там видишь, что происходит? Закинулся, зато неплохо. Красиво. Андрюха, ты можешь руль вправо, до конца вправо и вперед? Это уже все. Ну, надо вниз. Зачем он вперед? Чуть назад. Вот он, Андрюха, вот он. Да ему надо, наверное, влево, и вот... Да вправо, его же там кренит и... Ну все, пошел. Да не, он часто дальше его сносить будет в эту яму. А так вот он бы взял... Нет, так впереди горб. Руль вправо чуть-чуть, вправо руль. Посмотри, что творит. Там сабдугорб, видел? Ты, Коля. Ты, давай сюда, лучше тут не будем стоять. Да не, не переживай. Ты думаешь? Да, он уже адекватный человек. Мы же здесь, здесь адекватные. Ну, кроме одного. Мы все адекватные. Да. А я не могу, видишь, я не знаю, как отменить теперь это. BMW. Рули мечтой. Дайте назад. Андрюха, слазит? Так, 80-ка. Но она уже не заедет, как вы, Михалыч. Это же не та 80-ка. Она не зеленая. Нет, смотрите, что Toyota творит. Кто-то заедет куда угодно. Вообще, ну неужели от марки машины зависит проходимость? Конечно. Да не, ну блин. Если на АТ я видел, как самурай заезжал сюда. Ты сравни самурай. А, все равно в Карпатах лучше. А здесь лучше, чем на работе. Да, обкатывают. А там же говорят, что на холостых нельзя обкатывать. Не. На холостых никто не обкатывает. Да. Так, включи полный привод, ты на заднем не заедешь. Полный привод.
Давай, на заднем заедешь, я заехал, и ты заедешь. На заднем едешь. На задке едешь. Да мы знаем, он не хочет включать. Едь на заднем. О, теперь на переднем. Ты только едешь. Академик, давай! Следующий белый Вранглер, да? Да. Поехали. Это к нам на покатуху приехал. Но он на это. На украинском разговаривает, правда. Питера, да? С Питера. С Питера, да. Поехали, не стоим. А ты вообще когда-нибудь пил? Да. Сегодня пиво. Все, я без руля, патрол в ремонте, я без руля, все можно. Ну, я смотрю вот это эпичное видео, ну так будем, как Мазай говорит, эпично. Я уже себе Вранглер не хочу. Я тебе говорю, я удивился. Я... Не-не-не, все-все-все. Я... Не, он красиво смотрится, ты знаешь, как девочки зачем пищат. Зачем платить в два раза дороже за то же самое проходимость? Ну, а как тебе сказать? А внутри он некомфортный по сравнению с патрулем. Вообще, патрулем считаю, мягче. Купили Ниву, нету смысла платить вообще. Да. Дай руку, блин. Согласен? Я, блин, я просто, я вот... Нива это... Целоваться полезет. Смотри, я просто ставлю прибор, да? Это мне немцы привезли из Германии. Прибор? Да. Ну, а смотри, я держу, видишь, он сам крутится. Я могу вот так сделать. А вот это будет... Что-то понижаете? Да. Нормально, давай, уже поехал. Газ, пол, газ, пол, не отпускай. В самый пол дай свечки. Ты едешь на понижайке на белом Вранглере? Где он сейчас стеклоподъемник какой-то? Он без рации. Скажи, Руслан, чтоб газ пол и напрямой. Это же Рубикон. Давай педалку жми. Это 285 лошадей. Где они, эти лошади? Жми давай. Жми. Газу еще. Еще. Так там нет, так как там почистить? Там колес нет. Почистишь. Блин, Михалыч разошелся сегодня. Михалыч молодец. Михалыч, а у вас есть школа оффроида? Можно к вам записаться? Михалыч, а там же ж она не чистится, это ж АТ-шка. Ее только помыть чистится, можно. Ее можно спустить. Ее помыть можно, помыть, да. Куда она почистится? А что там, американец, да? Иностранец. Не надо было? Пошли. Нет, я не хочу этого красной курточки снимать. Нет, я не хочу. Я на Рубикон пытаюсь обвести. Ну, смотри, как УАЗик красиво смотрится на китайских фарах, да? Заметь. В смысле? Ну, смотри, что какой УАЗик? Красивый. Вон сзади УАЗик. Или то, а, то Рубикон. Рубикон. Ух ты. Ты знаешь, сколько там, блин, ремонт стоит мотора? Это же не самурай на BMW-шном моторе. Там каждую неделю капремонт мотора происходит. Мне гусулы говорили, здесь приезжал какой-то самурай зеленый. Говорит, вообще просто. Говорит, а я такой, мы смотрим на него, а он такой адекватный, адекватный. Так. Посмотри, Михалыч, иди ты сядь, потому что ну, человек не в адеквате. Да что не в адеквате? Что-то вообще не давит на педали, или он задыхается у него. Может, ESP как-то глушит ему что-то там. Да нет, ну как-то вообще, смотри. Зачем он? Зачем он бросает газ? Ну он не заедет так, ну. Давайте его на лебедке уже затянем. Это же уже издевательство над машиной. Ты представляешь, у человека какая травма? Он потратил печень, поменял на деньги. Деньги потратил на Рубикон. Приехал. Яичко еще есть, потому что резина стоковая. Да, да. Приехал к парням. И тут УАЗик Нива заезжает, а Рубикон нет. Надо Саню надо, он знает, как
Подождите. А, вот они идут. Объясните человеку. Посмотрите, что творится. Сейчас рано. Иди, да, иди, иди. В тот раз Антоха, идите, покажите. В тот раз мы на покатуху приехали. У кого-то в Рагле сломался. Раздатка не включается. Я сел, включил. Телефон меня боится. Распол, блядь! А это Антон, да? Рульник, его Антон? Дай мне машину! Все, идут такие. Алкоголик, диванные эксперты. Рубикона дрочеры сейчас тебя научат. Так, Рубикона дрочеры сейчас помогают со своему этому товарищу по несчастью. Ребят, кто хочет купить? Вася Сбродов, ты купил Рубикон. Извини, я не виноват. Я тебе сказал, что она классная машина, но я был неправ, я ошибался. Ну, у тебя красная, красная видел, ты заехала, а белая нет. Посадить туда человека в красной куртке, тогда может быть... Смотрите, прошло уже 25 минут. Люди, которые пришли на помощь, не помогли. Потому что там рассказывали, что-то дернуть, что-то включить, что-то выключить, нажать какую-то педаль справа, горят в пол. Не знаю. Может, его надо на буксир взять и тоже затащить? Ну, Андрюха надо... Андрюха, тонировка, здесь надо Рубикон затащить наверх. Как-то звучит плохо очень. Некрасиво звучит вообще. Нормально звучит, а? УАЗик затаскивает всех, ну это как бы естественно. А что естественно, то не безобразно. Саня, садись вместо него. Не, так а куда он упал и все? Куда он заедет? Да ладно! А, да ладно! Да не, без вариантов. Да куда? Сейчас да на бок. Едет, едет. Да сейчас на бок ее кинет и все. Давай. Да что ж ты делаешь? Антон, стоим. Давайте он тут встанет, мы поедем. Да, тут до дергаться. Утра. Да, чтобы, ну, блин. Вы тоже так Карпаток всех, да, когда на Памир заезжали? Так всех типа, блин, бросай его, бросай. Не-не-не. Там наоборот, все уехали, а я остался. Я слышал, что там лучше всех Рубикон ехал. Это почему? Потому что Саня первый? Так написал. Саня говорит, перепугался с этого, с Памира, как ломанулся, и мы его еле остановили в этом, внизу уже. А, внизу? Ага. Как вам отель Адреналин? Адреналин Карпат, отель Вовы. А Вовы отель шикарный. Да. И только нужно ему шумоизоляцию что-то решать, шумоизоляцию. Да? А ты видишь, он только ровно колеса ставит и никуда не едет. А поворачивает, едет. И подцепляется бока. Я думаю, что он начинает срабатывать в преднатяг. Да. Ну не знаю, как-то в редукторе преднатяг, видишь? Не, ну так где-то нагрузка какая-то выделяет. Сейчас, подожди, Михалыч что-то должен сказать. Что-то пошло не так, да, Андрюха? Андрюха, ты обедать не будешь, да? Да, блин, а знаешь, куда есть животные, кушают блин? Да, да, да. Для пищеварения, да. Газу! Похоже на армию, да? Да, 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 да. Только там внутри еще должно быть 5 солдат. Не-не. Вон, видишь, в руках колпак у него с запаски. Отдай человеку колпак! Негодник! Это сразу видно, кто толкал, а кто тянул. Так. Что, у нас стартует Невасик? А вы знаете, что Невасик это самая лучшая машина в моем тренде. Да, смотрите. Валера, держи пальцы там, скрести пальцы. Я уже скрестил. И на ногах, и на руках уже. Что-то у него пробуксовывает там что-то. Это колеса, Валера, это колеса. Ты видел, какой у него глиняный колпак впереди? Левее! Да! Вот так, вот, смотри!
вообще, Валера, распрямляй пальцы. Не, ну красавчик, ну смотри, какой красавчик. Зима. А вот смотри. О, что-то он так сильно бодро идет. Хорошо. Лучший. Там резина вообще. Огонь! 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 Саня! Саня, Саня, пальцы расправляй! Так, я перешел на нормальную уже. Сказал, что там есть камеру. Аж 10 даров на этот. Да. Я знаю 7, а из них проехал 4. Так, а вы поднимались по двум разным или нет? Или да, по двум разным. Но. Первый. Я не могу понять. Мы ехали после вас, так вот ваших следов не было видно вообще. Так снег валил, вы приехали через 3 дня или через сколько? Мы потом попадали в вашу колею, а то есть ваша колея была бетонная. И сверху нее лежала просто. А что там Нива делает? Откуда там взялась Нива? Да подожди, Ниву надо убирать. Это Нива ведет, не, не, не. Назад не спускайся! Куда Нива едет? А куда Нива едет? Натянуть его хочешь? А его трос прорвал, самолет прокрутит. Не знаю, я такого еще не видел, блин. Ты такой номер видел? Говорит, не, я в цирке такого номера не видел. Я стоял далеко и не слышал твоих комментариев. Я посмотрел и понял, что я почку продавать не буду уже. Почему? Потому что как бы почку менять на такое, как бы нет. Там уже нет. Проблема в пилоте или нет? Нет. Я думаю, что проблема в резине. Потому что знаменитый Леня сказал, что эту резину можно только мыть. И натирать черную. На Майдан же она пойдет тоже неплохо. Куда-куда? На Майдан. Резина эта. Она горит хорошо. Она вам лишь бы что-то напалить только, блин. Ну, есть такое. Да, да. Тебе фолловеры подарки делают? Кто? Фолловеры подарки делают? Ну, конечно. Бензобак на Горбатый мне когда-то подарили. Да? А мне еще видишь, у меня не было Горбатого. А мне стадикам подарили, блин. У каждого ж. Причем разные, с Германии. Разные фолловеры. У меня фолловеры такие попроще, а у тебя же серьезные. Ну, у да. меня любители Запорожца, смотри, Нива приехала спасать. Нет, просто одному. Сейчас они вдвоем вниз поедут. Просто одному фолловеру надоело видеть кусок стадикама в объективе. И он мне подарил это. Теперь я думаю, чтоб такого снимать, чтоб всех бесило, чтобы мне подарили. И я думаю, Рубикон буду снимать. Да ну нахрен, блин, ну такого не бывает. Как вообще? Как это как? Происходит? Блин, как это? Андрюха толкать идет, толкай, Валера. Давай! Толкай, Валера. Не-не, так надо еще и Ниву толкать тоже. Давай, давай, давай! Ниву кто толкать будет? Оу! Парни, Ниву толкнуть надо. Газу, 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 газу. Вылазь из-за руля, я тебе сейчас покажу, как он проедет. И все, чтобы ты понимал, что ты, говорю, его дрочишь. А он знает, что тоже два раза капиталку делал? Два не делал, один делал. Один. Ну, ходят слухи, что одна капиталка была секретной. Чтобы никто не знал. Так, у нас контент. Сейчас этот контент нас засрет, он в дрифте идет. Вот эта вот штука, ты покупаешь и кайфуешь, вот просто. И все, и почка на месте, и глаз на месте, и яичко главное, на месте. Если еще на газ давить, то в принципе на любой машине можно тут заехать. Хочу спросить, а где человек? Так, здесь у нас контент, здесь у нас контент, смотрите. Да зачем ты ему это сказал, блин? Как
У меня был бы эксклюзив, да. Я закрою камеру. Давай. А лучше по почкам настучать. Понимаешь, это маркетинг. Это марки люди покупают чисто по маркетингу. Смотря для кого. Если для тебя, то Нива. Не-не-не, ну вообще. Зачем тут для меня? Я говорю, для тебя Нива. Твою мать! Тихо. Леня, я хочу узнать все-таки, кто лучше всех ехал в Карпатах? Какая машина? Вот из вашей троицы. Местный Вулька. Там не ехал никто, все одинаково не ехали. Ну, скажем так, обратно... То есть, нехрен переплачивать, получается, смотри, правильно? Обратно с этого, с куполов вниз, без лебедки, доехал только я один. Я заколебался их всех ждать. Часа два, наверное, ждал. А мы не видели. Ну, не видели, но тем не менее. Стой. Подожди, стой. Я уехал и уехал. Я вынимал... несколько раз фильм. Стой! Я всех вынимал постоянно. А, Саня, ты... Так, поехали. Смотрите, это же тоже Рубикон. И тоже 3.6, наверное, или 3.5. Сафара? Сахара. И смотрите. Ну как, смотри. Газ заблокировал и поехал, видишь? Заблокировал, но если сейчас будет серьезная упор, то оно встанет. Так-то, конечно. Когда с места трогаешься... Да тут ни о чем, здесь Запорожец на всех парах выскочит. Здесь можно выехать. Так, пробуем снимать УАЗик. Это у нас папа УАЗиков, потому что детки уже заехали, патриоты. Но это вообще на стандартной резине. Единственное, он не знает, как руль у него стоит. Все, не сдавай, стой! А куда ты сдавай? Пробуй вперед! Гап, пробуй, у тебя колеса были круглые. Руль влево! Влево руль! Стой! Блин, просто он сейчас залетит на горку и перевернется. Так он на задней едет. Он ее еще тут включил. Так. А как шишишка зашла, да? Вообще классно. А я удивился, почему она зашла. Я был уверен, что она зайдет, но... Ну, у нее нету шкокса, ничего нету. То есть, ну, она едет просто там. Что там, 3.2 не едет? Чероки. 3.2, да? Все, по-моему, да. 3.3, 3.2. Надо выходить снова снимать. Не, ну чуваки хорошо зашел. Условно, ну. Ну, будем говорить, очень-очень уверенно зашел. Так будем говорить. Нива уверенно вообще зашла. А, Джимник залетел так, что. А УАЗик на больших колесах, он в объезд где-то поехал, но он никуда не едет, он впереди стоит, буксует. Не, он едет хорошо, он едет. Где? Ну, он, смотри. Ну, попал в яму сейчас, я думаю, сейчас там любой застанет в яме. Там 66-й, там нормально, хорошие колеса, момент хороший. Не понимаем, почему они буксуют.
краснел. Ничего не трогать. Пускай хотя бы лобовое. Сейчас Валера поснимает с кабины. Поснимает с кабины красоты под Киевом здесь. Снимаю, да, да. А там смотрите, как красиво, там вот. Офигенно, да? Да, да, да. Мы едем, смотрите, опа. Я вижу, у меня зрение появилось. Да не порть омывайку. Ты знаешь, что омывайка дороже, чем соляра уже, блядь. Так, что у нас происходит? У нас позаканчивалась омывайка. И мы остановились, потому что никто не видит, куда ехать. Что там за памятник? Погода, конечно, капец. Ветер такой. Задувает. Просто. Просто задувает. Кто-то на сегодня на мойке обогатится, да? Ну, обуваем Рубикон и будем ехать. Кто хочет объехать колонну по полям, ну, сбоку рвать. А что здесь? Говорят, здесь какое-то Рубилово. И вниз. Направо выезжай, и можешь доехать к голове колонны. Те, кто хочет, может... Валер, я бы сказал, что кто-то поймет проблему. Так что-то Ниву продал? Нет, нет. Принесите. А, блядь. Я ее буду корчевать попозже. А? Ну да, уже есть. Я бы, конечно, бы лучше ее продал и другую бы корчевал, но... Так. Крокодил, дил, дил. Вова, ты трезвый? Конечно, как сюда. А, пошли в УАЗик, там у меня что-то для тебя есть. Крис, где ты сейчас? Или ты бросил? Да, не бросил. Сейчас телефон в машине возьму, наберу тебя. А раньше с открытыми капотами стояли только УАЗики. А сейчас видели, как все меняется? Так это же американский УАЗик. Ну да. Вы видите, вообще, я не знаю, надо, конечно, пройтись по глине. Здесь же не так просто, почему мы остановились, почему я вышел. Потому что... Опа! Вопрос его туда? Да. Хватит его высоты? Это вопрос. Так подожди, она тут только снизу спустила. Тут сольется, или лопату надо, чтобы его впить? А, да. Рыбник, у вас какая-то беда с порогом. Сэм, хватит это, всех нагружать, ты тут стал. УАЗик, у тебя что-то классное, это джимник. Саня! Лайк! Спасибо! Да, спасибо! Свет земли! Где-то нет! Миха, далеко где-то нет! Вот так, разбулись и минус 20 минут. Ну, зато можно покушать, перекусить. Тихо стоит вон возле груши. Что, пошли потери? Да. Все, семейный бюджет немножко начинает. О, так а у вас тоже здесь, я смотрю, с семейным бюджетом не все хорошо. Не, так может его оторвать, чтобы... Не, в Америку выслать, сказать, говно ваше, это защита. Забирайте назад. Да не, чтобы радиатор нигде осколком не повредило.